У нас 30 июня 2015 года. Вот ребята собирают камушки, которые под ноги нам. Мы же босиком ходим в жаркую погоду, по уставу у нас положено. Это Вик Николаевич тут топит печь, чтобы хлеб стряпать. На нем горит. Печи русские пылают, страшно взглянуть. Да-да. Как один писал. Все, покажи, полностью всю кухню. Посчитай, сколько тут. 3, 4, 5, 6, 7. 7 и 3, 21. 22 у него. 22. Поверни сюда назад. 22. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4. 20. 20. 20. И там сколько? И там вы сами сказали, сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 и 3, 22. Ну вот 42 булки у него. Кирпича. Правда, это маленькие. Вот еще одни. Вот еще у него тут. Короче, 50. И он тебя посчитали уже, да? Один арки. Я тоже не посчитал. Больше, чем 50. Всего 44 вот. Я выпекал. 44. Печи жарко, говорит, страшно взглянуть. Он говорит, 44 самый большой выпекал. Так, слышишь? Ну да. Страшно взглянуть. Почему ты не научил детей петь? Они не знают. Я сказал, строительный отвес они не знают. Будем разучивать. Да как это можно такую песню не разучивать? Когда «Восстань, Россия, прямо, стоянием во Христе, размолоти преграды прилживейших словеш, словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте. Евангелие, вот единственный ответ». Да взял еще ответ, да показал. На тоненьком шнуре. Разучим, Игнат Тихонович. А заброшенных лет за иголку. Сегодня они мне устроили иголку там в пятку. Все, это мы разучивали. Разучил, так они надели-то. Сегодня еще устроили мне. Собирай быстрее. Полную наберите. Полную. И отнесите где-то в крапиву, дальше высыпьте. Чтоб здесь не было. Очистите территорию. Здесь когда-то была кузница. Посмотри, сколько. Они ходят и не видят. Ваня, пальцами надо, а то ногти повредишь. Не надо, я говорю. Возьми гвоздь большой, вон. Посмотри, какая порода. Это же оплавленное все. Это тут кузница была, и от нее такие вот, ну, сказать даже, у, какая она тяжелая. Гляди. Ого. Можете оставить, показывать. Это я себе найду. Это я... Ваня добыл. Да. Пояс, Ваня, да, где твой? Можешь домой везти, в город разрешается. Спасибо, Христос. Скажи, от какой породы, пусть определят геологи. Так, да. Друг от друга отойдите. Собирайте. По-моему. Вот это можно вон туда кидать, рядом, к дереву. Сюда надо только эти, вот эти, которые оплавленные. А ты ногами шоркай так вот и найдешь. Гляди, где пошел. Гляди, вот они лежат. Гляди, какая она в ногу втыкается. Пройдите, всю территорию очистите. Начинайте дальше. Они где-то даже они блестят, как вот они лежат. Покажи им пример. Ты не садись на скамейку. Я там столб выкопал, он большой. Они качались прямо на столб. Не дай бог сорвется столб. Теперь дальше хоть лететь ему придется. Во. Ты к ним не ходи, отойди в стороночку. Слышишь? Вон туда пройди подальше. И там делай. Вы друг от друга подальше. Вы какие-то прям шибко дружные. Тимофей, ты что сидишь-то? Смотри сзади-то, гляди. Да палочки эти нужны. Вот эти соберите. Самое главное, эти же оплавленные. Они ноги режут. У, как нагрелось-то. Прям босиком стоять. Ой-ой-ой. Смотри, палочка какая большая. Видишь? Ну подбирай. Откуда здесь стекло? Ой, вот этот камень себе возьму. Так, дальше смотри. Пояс, Паша, где вот ваши пояса вообще? Потерял. Тут чем-то надо выковырнуть. Надо гвоздь взять. Надо где-то гвоздь принести. Сейчас я принесу и гвоздь взять. Пояса все свои достали? Мне тоже гвоздик принеси. Где у вас? Футболку и штанов. Вот, Вик Николаевич. Сейчас увидим на деле, чем мы. А ты уже все разложил остатки? Да вот еще тут осталось немного. А, ты еще вон. Так. Ну, булок, наверное, около 40 будет у меня сегодня. Угу. На две печи. Вот одну зажег, левую, а правую еще пока рановато. Паша, не
никто, чтобы не стоял. На, гвоздь. Следите, вы ковырники по всей территории. Держи. На. Понятно. И потом гвоздь, если соберет, куда уйдет, надо положить в баночку. Набирайте полную воду. Вы там все крапиву. Складывай, складывай. Вот цветочки, но... Да большие не надо. Людмила Ищук насадила. Ну ладно, бери. Спасибо, Господь ее. Зарывай скорее. Дать не гнавить. Ну вот видишь, куда складываю. И скорее за это место заталкивайте. Смотри, они еще делают. Ясное дело, что такой он камень. О. Прорежет ногу. Смотри, какие маленькие. Вот видишь. О. И увидать даже. Вот, заравнивайте дырку, вот. Да. Вот. Держи, сейчас смотришь. Гвозди все эти. Тимоша, давай. Вот эти мелочи все собирайте. Камушки-то убирайте все сразу. Территорию надо очистить, это наш основной базис. Это... Вон, вкладывай. Встань, на ногах не ползай, штаны грязные. Ну дайте мне гвоздик. Он гвоздик просит. А, гвоздик, на. О, гвоздик. Это не гвоздик, это стекло. Ногу порезать можно. Уже прожили 3 недели, и все еще территория... Ветер-то дует, но из-под земли. Тоже кузница была. Недалеко. Вот. Там, где кузница, железо. Перед вами, например, топоры. Что ты бросаешь, что зачем? Да не обязательно, что грабли. Слава Богу. Вот так день не проходит в трудах.